Привет, привет! Привет, привет! Привет, привет! Мы к нам в гостях у Алисы и Егора. Мы сегодня будем делать мороженое. Мороженое. Наверное, мама будет вам Ванильное. Говорить. Шоколадом. Мама, привет, скажи. Привет. А дети Егора и Алиса будут помогать маме, да? Да, я буду розовенькая. Розовенькая. Так, ну что? Мы там сначала берем оливки? Нет. Сначала мы берем сливки. Мороженое из оливок не делают. Делают из сливок. Егор у нас захотел делать мороженое из оливок. Для него оливки и сливки это одно и то же. Прям все? Да, полностью все в нашу миску, только потихонечку. Так, Егор у нас мороженщик. Делает первые шаги. Ого. Какие-то звуки тут пошли. Все, Егор у нас выжимает до последней капли. Да, подавил коровку и получил Давай. Сливки. Ну все, Егош. Дальше что, сгущенку? Нет, дальше мы берем миксер, Егор, бери. Да. Сможешь? Угу. Только на маленькой сначала скорости. А ты смотри. И придерживай чашку. Или лучше миксер. Вниз, постепенно увеличь. Это мы взбиваем сливки. Сейчас они будут загустее. Так. Алиса, смотри, какой процесс у нас идет. Здорово, да? И ты будешь мешать. Тоже можно? Ну, значит, будешь мешать. Ты тоже ручку свою держи. На, мы тебе тоже. Ой, молодец. О, Алиса тоже миксером у нас. Работает. Сразу у нас работа пошла, да? Да, все миксер молодцы. Быстрее стал крутить. Держи, Егор. Ой, как здорово, да? Он достает. Достает? Да. Здорово. Так, теперь отключаем. Сейчас посмотрим. Ну, что там получилось? Пенки много. Что получилось? Пенки много. Много пенки получилось? Да. Еще не совсем. Еще чуть-чуть. Так, ну что? Мама взялась за дело, чтобы еще быстрее сливки взбить. Так, сейчас у нас. И все втроем держат один миксер. Наверное, мороженое получится супер. Ой, какая пена получилась. Какая пена, как в ванне. Так, теперь берем, Егор, сгущенное молоко. И что, и все выливаем? Полностью, да. Сейчас я дам ложечку. На тебе сгущенка. А Алиса тоже вторую банку вылит. Сильно не брызгает, а разбрызгивается. Потихонечку. На тебе ложечку. Сейчас, Алиса, а ты вторую баночку. Всем ложечка. Ну, баночку поскреби. А баночку поскреби. Чуть-чуть вниз наклони. Ложечка. А то у нас на всех стенах будет. Давай я. Дай вторую. Нет, эту дай, пускай Алиса. Эту Алиса. Ой. Все, Алиса, только не перелей. Все, мама, так, все. Убирай. Алиса будет выливать сгущенку. Нет. Егор, не лезь, пускай она сама. Вот. Ой, молодец, Алиса. Давай, теперь мама поможет. Ложечкой поскольку. Умничка, Алиса. Банку, Алиса, туда. Ну, Алиса. Целую банку сгущенки вылила. У папы аж сердце кровью обливается. Почему? Я бы ее съел. Банку. Даже две. Зато будет вкусное мороженое. Так что дальше? Крошки? Посмотрим, посмотрим. Я буду. Нет, подождите. Подожди, Егор, не торопись. Нет. Мама же руководит процессом. Это поспешим людей насмешим. А кого-то смешить? Так, теперь опять решаем. Алиса, так, помогает. Опять.
Взялись за миксер наши маленькие поварята и большие тоже. Или кулинары. Я еще увеличу гроб скорость. Егор, вот я смотрю, есть? Всем нравится миксер трогать. Миксер держать, то есть. Что там получается? Получается. Так. Осторожно, Алиса, убирай. Давай посмотрим, что у нас тут. Все готово. Сейчас. Нет, еще не готово. Берите шоколад наш с орешками. Вместе. Все пополам. Егор. Прям все сразу. Нет. Алиса, сядь, потихонечку. И Алисе тоже дай. Дай, это ты. Так. Может, две ложки? Так, ничего страшного. Ой. Давайте. Все, оп. Вместе. И оп. И будет у нас много шоколадных крошек. А почему они текут? Потому что он легче. Так. Чем сгущенка. Сейчас мы чуть-чуть вот так перемешаем. Так, и баф, опять ничего. И все, и мороженое и готово? Так, все хорошо перемешиваем, чтобы у нас была однородная масса. Так, отключаем. Дальше ваниль. Теперь Егор открывает ваниль. В общем, спать? Достает, да. Нет. Достает ванильную палочку. Ой! Понюхайте. Как вкусно пахнет. Ну-ка, дайте я понюхаю. Прям вкусно. Можно ее скушать? Давайте папе даем. Я ее съем. Классно, да? Нет. Разрезаем. Так, разрезаем. Вытаскиваем из нее семечки. Семечки? Да, вот она как устроена. Так. Я думаю, ее просто нужно сразу засолить. Вот, видите? Сколько семечек. А, это семечки туда кидать надо, да. Что ли? А палочку саму не надо? Нет, что-то я соскребла. Палочку нет. Палочку можно положить в сахар. И сахар будет пахнуть ванилью. Теперь помешаем опять. Алиса, да? Так, хорошо размешиваем, чтобы наша ванилья разошлась. Процесс размешивания самый популярный у наших кулинаров маленьких. Вам нравится делать мороженое? Главное, чтобы потом еще нравилось есть его. Оно будет кушать. Теперь открываем формочки. Ой, как быстро Алиса формочки кинулась открывать. И что дальше? Берем ложку. Алиса, подожди. Ложку? Да. Смотри, я буду розовой. Алиса будет розовой? Да, давай. Только аккуратно, Алиса. А мы немного смеси сделали. Так, на несколько же формочек. Розовый. Это мы просто в одну сейчас покажем. Давайте я вам покажу чуть-чуть. Берете формочку. И заливайте. Да, ну, если да, мимо, да, ничего страшного. Одну я дайте, мне тоже интересно. Тоже хочу. Тоже. Нет,
И вот у нас получается такое мороженое с шоколадной крошкой. Называется ванильное. Уже можно кушать? Нет, еще надо в морозилку положить и дать застыть. Его еще ждать. Да. Так подождите, наверное, все надо налить, а потом закрывать. Сначала надо налить, а потом будем закрывать. Давай, сейчас Алиса наливает. Или Егор? Егор. А потом Алиса будет наливать. Все нормально, Егор, ничего страшного, если прольешь мимо. Так ты в одну сначала налей, зачем ты во вторую? Тишина. А что смешного? Все смотрят на Егора. Так, ну Алисе оставь одну, пускай Алиса в другую наливает. Ой, в оставшуюся. Егор, ладно, так нечестно. Тебе все доливаю. Ну, Егор, Егор, ну все же бежит все? У тебя. Зачем ты переливаешь? Так. Теперь Алиса. Алисушка, давай бери. Мама будет держать. Так, а Алиса у нас сейчас последнюю делает. Да? Так. Ну, Алиса аккуратнее знает, даже делает, чем Егор. Она медленно. Ребята, я облизала свои пальцы. Такая вкуснятина. Ну, будем ждать, когда она заморозится. Может, конечно, не совсем культурно облизывать пальцы, но... Алиса, молодец. Все стекает. Ну и ничего страшного. Умничка, Алиса. Важен сам процесс. Да, у меня было еще грязнее. И главное, чтобы так. Все было вблизи. Ой, здорово, так, молодец. Так, еще чуть-чуть, Алиса. И все, последняя ложечка. Или не последняя. Все, молодец. Подожди, подожди, Егор. Я хотела... Ну ладно, все, закрываем уже. А что нам еще надо было? Там что нужно было что-то сделать? Ну, вообще-то надо было аккуратно быть. Что надо было аккуратно? Стаканчики, да. Так, ну, ну что, вот примерно вот так. Алиса. Получается, не совсем у нас аккуратно. Садись, Алиса, садись. Не совсем аккуратно. Со всех сторон у нас все капает. Ну, дети же наливали. Главное, сам процесс и то, что оно будет очень вкусно. Мамочка. И теперь мы это убираем в морозилку. Садись, Алиса. Мамочка, это я вложу. Да, конечно, обязательно. В морозилку. И теперь в морозильную камеру на 10-12 часов. То есть до завтра, да? Да, и завтра мы вам покажем, Алис, садись. И завтра мы вам покажем, что у нас получится, какая вкуснотища. Да? Как, Алиса, вкуснотища? Вкуснотища. Молодец. Дай мне. Ну что, с вами сегодня были... Гостях Алиса Егор. Алиса и Егор. Вы были на канале «В гостях у Алисы Егора». Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока. Ну, ждем вас завтра. Будем пробовать мороженое. Да? Молодец. Машка, дай мне. Привет-привет. Привет-привет. Ну, привет, вот привет. Наступил следующий день, и наше мороженое уже застыло. Так, и теперь мы будем смотреть, что и у нас получилось. Я буду ложенькая. Потрогайте, постучите, что оно на самом деле твердое. Так, Егор тут пробует. Так, Алиса, Егор, подожди, какое давай. Будет мороженое? Синее. Егор, Егор. А Алиса будет розовенькая. Да, нет. Ты меня вкусный. Вкусно. Так, мама достает у нас мороженое. Значит, оно у нас не достается. Не достается. Может, там ее нужно маленько это, по стенкам? Погреть? Нет, по стенкам пожать, чтобы она как это, как из формы льдинок. Не нажимается. Ну, значит, нужно как-то его... Во! Вот она! Нет, оно не получается. Почему не получается? Не знаю. Ну так она же вылазила там. Нет, Костя, не вылазит. Вот оно вылазит. Ну как-то у нас что-то не очень. Ну вот, твердое. Получается же. Видишь, не все получилось, не все вылезло. Ну ладно, как-то получилось, но мороженое. Вот получилось, у нас мороженое такое. Зато будет вкусное. Алиса хочет розовенькое. Ну, доставай. Вот, Егор достал. О, Егора получилось. Да. Я хочу розовенькое. А оно, наверное, уже растаяло. Ну, мы пока подержали, да. Оп. Надо было сразу. Ой, какое мороженое у Алисы розовенькое. Только пробуйте и говорите.
Зеленая палочка только осталась. Ну-ка, пробуйте. Вкусняшка? Да. Ну, объедение, да? Ну, было бы не вкусняшка, вы бы не ели. Ну да. Это точно. Что, вкусно, правда? Вкуснее, чем из магазина. Да? Не знаю. Не знаешь? Не хотя. Мне кажется, должно быть вкуснее. Такие ингредиенты должно быть очень вкусно. Да. Ой, и мама уже пошла мороженое кушать. Куся, какая вкусняшка. Вкуснятина, да? Прям очень вкусно. Ну ладно, тогда говорим все пока-пока, потому что я тоже хочу мороженое, а то у меня слюнки потекли. Всем пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. В гостях у Алисы и Егора. Вот Алиса. Пока-пока. Пока-пока. Ну все, а мы пошли кушать мороженое. Я уже ем. Я уже пробую. Это я.